В воскресенье 26 марта в спортивном комплексе «Бустан» состоялся товарищеский матч по волейболу между сборной и ВМИК с преподавателями и сотрудниками Казанского федерального университета. Я хочу сказать, что Казанский федеральный университет всегда являлся и является флагманом, лидером студенческого спорта, в частности студенческого волейбола. Вот такие яркие, красочные, зрелищные мероприятия, они способствуют популяризации волейбола в нашей республике. Открытие матча началось в флешмобе. Студенты университета продемонстрировали все свое мастерство в самых различных видах спорта и выполнили на глазах сотни студентов нормы ГТО. Стоит отметить, что такое весеннее соревнование между преподавателями и студентами проходит в первый раз. В этот день стерлись границы отношений преподавателей и студентов. В зале ощущалась атмосфера сплоченности. Приносят преподаватели и студенты по волейболу. Очень хорошо, когда и преподаватели, и студенты, так сказать, измеряют свои возможности в этом виде спорта. Я сегодня, вот, когда смотрю, переживаю, конечно, за студентов больше. Преподаватели, по-моему, более опытные. Я провела опрос. И действительно большое количество болеет за сотрудников. Такие мероприятия действительно очень нужны. Они способствуют формированию сплоченной, дружной семьи Казанского федерального университета. Казанский федеральный университет всегда был, являлся лидером, флагманом спортивного движения, студенческого спортивного движения. И он еще раз показал, как можно организовывать прекрасные, яркие спортивные праздники, в частности, игра в волейбол. Всего матч прошел в 3 партии по 15 очков. Первая партия со счетом 15-10 в пользу ИВМИД. Во втором 15-18 в пользу преподавателей. И финальной партии 15-10 в пользу студентов. Победу одержала команда Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета. Мы первые! Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.